Всем, ребят, доброе утро. Короче, поставил яичницу, чтобы нас уже разбудил Святослав. Так, закидываю эти сосиски. Вчера взял сосиски. Здесь вы не найдем. Вот такие вот нямские. Я помню, их как-то брал без акции, они мне очень понравились. Думаю, хоть и скидки нет, и все равно буду их брать, потому что они классные. Вот. Собачек покормили. Сейчас Соня кормит Святослава. Поменяли мне пеленочки. Переодели его, нашего красавца, да? Да, Черик. Короче, просыпается он ночью плюс-минус через 2-3 часа. Поэтому первый раз стояла Соня, затем я, и тут уже Соня меняла. Вот. Мы по очереди, короче. Сначала я, потом Соня. Вот так вот чередуемся, чтобы все могли поспать, потому что ночью просыпаться через каждые 2-3 часа оно как бы проблематично. Так что так вот. Сейчас приготовлю яичницу, огонь поменьше сделаю. Так, добавить еще соли сюда. Так, морковку забыл, конечно, купить по-корейски. Вот морковка. Она бы нас выручала. Люблю я с морковкой завтраки. Это прям любимые мои завтраки. Либо морковка, либо пелюстки по-корейски. Вот, я еще хожу в ночнушке, можно сказать. Это моя футболка, в которой я сплю. Так, включаем чайник. Сейчас хочу, ребят, сделать водичку с лимоном. Вот, берется лимончик, нарезаются кусочки, выдавливается в стакан. И перед едой мы всегда пьем воду с лимоном для пищеварения. Так, есть, водичка закипела. Теперь берем стакан, добавляем кипяток. Вот. И сюда же холодную водичку. И вот такую вот воду мы пьем перед едой. И холодной, соответственно. Вот так. Так. Сосиски закину в холодильник. Кстати, у нас есть вот такой вот тортик, очень вкусный. Приезжали свои родители, привезли нам Моцарт. Вот это новинка, мы попробовали. Мне очень понравился, он шоколадный и очень классный. Так что утром с чайком будем дать. А, и кстати, немножко остался еще у нас этот, моей мамы любимый торт. Золотой ключик, вот. Короче, надо будет и тот, и другой доесть сегодня уже. Хотя я сладкое особо не ем, потому что не хочу как бы опять жиром заплывать. Хочу похудеть немного. Я, кстати, начал ходить на тренировки. Сегодня у меня тренировка вечером. Вот, так что такие делишки. Святика начали купать. Каждый день мы его купаем. Вечером у него уже пуп зажил, поэтому можно его купать. Вот, он... Когда покупается, очень хорошо спит. Сразу лег и засыпает. Так, достаем сосиски. В принципе, будем садиться за стол. Соню дождусь. Вот, и будем кушать. Соня, да. Смотри, что это за БПЛА лежит? О боже, я же испугалась. Посмотрите, выходим из падика и смотрите, что тут лежит. Капец, блин. Деревянный хоть? Вроде деревянный. Нет, напасть. Да? Короче, вышли со своим всем выводком на улицу погулять. Святослав спит, слава богу. Да, пошли. Хотя вот эти звери начали их будить, страшно. Вот. Вот так вот держу два поводка, и мы гуляем. На улице тепленько, хорошо. Погода классная. Так что выйдем, погуляем немножко с ними, чтобы они проветрились. Плюс ребенку тоже надо дышать свежим воздухом. Я тут пока катаю Святика. Жду, когда Сережа подойдет с кассы и Черри. Вон они идут. Посмотрите, как они смешно вдвоем ходят с Сережей. Нужно им, наверное, будет купить поводок, который
один, но как бы на двоих собак. Посмотрите. Запутали ноги, Сережа идут. Бегут. Посмотрите, что Черри. Черри еще что-то к кассе пристает. Черри. О, вы же соскучились за мной. Две минуты не виделись. Бери на руки нас. Ага. Ну что, пошли дальше. Ох ты, блин. Посмотрите, что они творят. За голубями бегают. Ох и собаки. Сижу на лавочке. Санечка пошла собак заведет. Вот. А мы с малым еще погуляем. Он спит. Погода хорошая. Они погуляли, поэтому мы еще тоже пройдемся. Погуляем с ним. Потому что втроем тяжело. Собачки сходили, пописи, покаки, и можно дальше гулять. Вот, так что так вот. Воздухом подышали. Ребенка поставил в тенек, потому что жарко капец, чтобы он не сгорел. Потому что в прошлый раз, когда гулял, у меня шея вся обгорела. Вот тут Святик, видите, с ножками что-то двигает. Спит зайчик. Вот так вот в колясочке отдыхает. А я сижу тут вот на лавочке. Музыку. Да, такой терминатор. Мне просто тяжело идти немного еще. Это из-за швов. Что, завели собачек? Да, помыла им лапы. Кася, ей так жарко, она на кухню так развалилась. А у нас тут Святослав что-то ножками дик-дик-дик, вот так вот, тык-тык-тык-тык, да. Я его, видишь, тенечек спрятал, чтобы не жарко было. Ну, походка сегодня классная, да? Да, жарко. Ой, это маршрутка с продуктами. А, это магазин, да? Ну да, да. Что, куда поедем? В аптеку надо там заехать. Все, погнали туда. Все, ребят, мы тогда попчихали, заказ какой-то у нас, потом попозже включимся. Так, тут, кстати, передачку. Оп, она на передаче. Видите, у нас коляска на передаче, тормоза. Теперь можно ехать. Ну тормоза, да, да. Тормозистые. Да, тут еще тоже есть фиксация, прямо колеса, но я вообще не вижу смысла их когда-то включать. Да, так что погнали. Удобно. Да, поехали. Помаленьку, помаленьку нашим малышом. Смотрите, как мы закутали нашего малыша. Соня пошла в аптеку, что ей там надо забрать. Вот. Он так вот слегка загорает. Короче, надо будет купить вот такую откидную сетку для того, чтобы... Получается, его всего накрывало. Я думаю, что скоро закажем. Так что так вот. А пока гуляем. У нас тут погода шикарная, ребят. Тихо! Боже мой, кричит. Ужас. Короче, купили клубнику. Закарпатская у нас сейчас продается. Вот, смотрите. 1,83 кг. Я как раз таки за вот этот вот судочек. Я дал 80 грамм. У меня налички не было, говорю, на карту можно? Говорит, да. Вот, поэтому, ну-ка, давайте. Заценим. Что за клубничка? Можно ее есть или она с этих? Теплицы. А ну-ка. Кислая. Кислая? Угу. Это означает, что не хватает ей солнца, она в теньке растет. Да? Угу. Попробуй. Да, сейчас я уже там потом... За еще одну попробуем, может, мне такая попалась. Короче, клубника должна быть по вкусу сладенькая. Если она кислая, значит, ей не хватает солнца. Ну, слушайте, за 80 гривен пойдет. Потому что она сейчас дорогая, я ходил, видел самую маленькую цену, это 120 гривен за килограмм. Так что, клубничка нормалек. А, кстати, заказали мы вот такие вот чехлы на колеса. Потому что у нас нету возможности стоять в коридоре, так как коляску могут угнать. Поэтому вот так вот берем, приподнимаем переднюю часть и заезжаем. Потому что передние колеса, покажи как. Сейчас, они это немножко просто... Не под эти да. Колеса. На задних норм, а на передние, получается, ей начинаешь ехать, они не спадают. Поэтому они у нас только выполняют функцию для того, чтобы грязь не разносить. Угу. Вот так, ну, да, вот. Короче, вот такие чехлы для того, чтобы... Не пачкать. Комнату, да, мусор не завозить. Поэтому сейчас Светика проверим. Памперс. Это уже начинает кипишевать. Мне кажется, что он сходил, может, в туалет. Вот такая у нас рабочая зона. Видите? Милк. Молоко. Да, чины, нагулялись? Ох и погуляли. Погуляли, конечно, мы сегодня хорошо. Да? Черёндель. Катя, куда переоделся? Иваночку дала. Иваночку хочет покупаться. Они, кстати, взвешивали малыша, весит он 3,285, правильно? Да. Так что вот такие вот делишки.
Сейчас посмотрим памперс и покормим. Вот, кстати, нам надо, ребят, еще замерить вот эти вот окна, да, потому что мы хотим заказать сетки, потому что сегодня ночью я убил комара. Это означает, что, уже комары, а я не хочу, чтобы Свята кусали комары. Поэтому... И нас тоже, да. Ну, его в первую очередь, поэтому... Сейчас посмотрю ролик в интернете. Я позвонил окончику, он говорит, я был на баллоне, но уже уехал. Поэтому надо будет сейчас посмотреть ролик, как правильно замерить сетки на окна. Замеряю, нам нужно получается 1, 2, 3, 4, 5 штук. 5 сеток нам надо. Вот, поэтому сейчас будем замерять. Вот, и это. И позвоню, скажу, что так и так. Потому что никуда не годится. Комары уже появились. Ребят, в общем, сейчас на тренировочке, она уже, в принципе, закончилась. Вот, так что сейчас идем вниз заниматься. Уже только на зальчик. Груши, мы занимаемся. Так что, ребят, занимайтесь спортом. Любой спорт всегда хорошо. А мы идем вниз. Еще у нас сейчас кроссфит. В общем, все. Я уже дома, приготовил ужин. Пожарил мясо. Вот. Вместе с помидорчиком. Короче, легенький белок. И немного овощей. Вот. Так что буду кушать. Добавил горчицы. Вот. А вы что пришли? А я вот столько только покормил. Вот, одна камина лежит. Пойди забери ее. И второй, где ты там? И второй попрошу. Что, вы не наелись? Возьму мясо. Давайте дам по кусочку мяса. А тебе? И тебе. На. Вкусно? Еще бери. Еще бери. А то еще и Кася там. На. На, Кася. Так что вот так вот и живем. Поэтому вот так вот и живем. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачки. Всем, ребят, пока.